Вместе с неожиданными встречами Йылдырыма и Юрман начинаются раскрываться секреты. Йылдырым пытается найти настоящее лицо Юрман. Будучи матери Хаят, в то же время он начинает помнить, кто такая Умай. Юмрай, которая проживает большой шок своей жизни, имеет бесконечное дело с гневом и болью прошлого. Должна сотрудничать с Юмран, чтобы сохранить свой большой секрет. В течение нескольких лет Йылдырым горит пламенем, сожалея того, что он сделал для Юмран. Хаят знает, что ее мать и тетя что-то скрывают от нее, а Йылдырыме и следят за ним. С другой стороны, Хаяль думает, что Волкан начинает заботиться о Хаят и пытается справиться со своей ревностью. А с другой стороны, стрельба между Волканом и Хаят очень беспокоит Юмран. Пока вражеские сестра собираются достичь своих общих целей и добиться спасения друг от друга, как Джималь, так и Йылдырым запутывают ходы. Беспощадный шаг, сделанный Умай, чтобы избавиться от тени прошлого, сразу же меняет весь баланс. А насладиться очередной, а именно шестой серией турецкого сериала «Дети сестер» на русском языке вы сможете уже 3 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.